Поем. Первое, что у нас? Быстрее. Рома, мы сейчас тренируемся. Все вопросы после тренировочки. Дистанцию держим. Быстрее, Иришка, быстрее надо, ножки дальше назад. Правую. Ножку, которая прямая, стараемся ровненько держать. Стас, ровненько держи. Согнутую назад. Молодец. Хорошо с координацией все у тебя. Молодец, красавчик.
Федя, ниже, 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 Егорушка, не сгибай ножку переднюю. Ножка другая. Нет, ножка это здесь вперед, 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 вперед. Рома, у тебя другая нога спереди должна быть. Раз, а эту вперед ножку. Вперед, 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 вперед. И еще разок, посчитай, пожалуйста. А сам корпус поворачиваешься, плечи, видишь, плечи. Молодец, красавчик. Рома, Рома. Сюда поворачивайся, ручку назад вот эту, да. И вот поворачивайся, крутись, 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 крутись. Согнутую, 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 согнутую. Это прямая была. Это прямая была. Ее выпрямим еще разочек. Выпрями ее. Ножку эту выпрями сюда. Вперед. Раз. Иду вот сюда. Раз. Вот так вот. Расслабь. 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 Отхватывай здесь. Раз. И пяточку в груди. Посмотришь, Дарин, скажешь потом по поставке выводы какие. У меня-то хорошие выводы. Так, 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 вот так вот раз. Вот сюда раз. И вот сюда вот. Снизу сгибаем ножку, снизу сгибаем. Снизу ножку сгибаем. Нет, согни вот здесь вот так. Сгибай, сгибай ее. Раз, а эту сюда опускай вниз. Опускай вниз, вниз, вниз. Опускай пяточку, опускай. Отпусти ногу. Отпусти ее, отпусти. Вот сюда ставишь. Раз, ручку сюда, раз. Вторую ручку сюда, раз. Перекидываешь. И точно так же плечами сюда в эту сторону. Красавчик. Молодец. Я думал, будет хуже, Стас. Правая спереди ножка, левую сгибаем. Правая спереди, спереди, спереди. Стас, другая спереди. Молодец. Молодец. И наклончики вперед. Когда к ножке сгибаемся вперед, надо, чтобы коленочка была ровненькая. Федя, футболочку не одевай на тренировку, ладно? Она спереди как была, так спереди остается дальше. Дальше остается. Мы сидели, смотри, вот так вот. Второе упражнение просто раз. Два сюда. Вот прямо. И так теперь на площади. Сидим так же. Крушимся в сторону согнутой ножки сюда назад. Красавчик, красавчик. Молодец. А это впереди, она как лежала, так и была. Коленочку вот сюда в сторону, да, согни. Согни ножку, коленку в сторону. Вверх подними и тяни к себе, локоточки выше и к себе тянешь вот так. Молодец, красавчик. Вот так вот ее, ручку с этой стороны, вот эту. Раз, а эту сюда упираешься и старайся ее выпрямить. Та, которую снизу сгибаем. Сгибаем та, которую снизу. Ножку. Ножку снизу согни. Согни ножку снизу. Согни. Молодец. А эту сюда опускаем. Раз. Вот таким образом получается. Ручку сюда. Ручку сюда. Вторую перекидываю через коленочку. Молодец. Локоточком сюда больше.
больше сюда. Раз, вот так. Оп. И в эту сторону этим бочком скручиваемся. Рома, на правой, ножке надо сидеть. Ножечка. Ножки, смотри как. Федя, делай сам. Тебе самому надо расти локоточки здесь в сторону, чтобы они не мешали наклоняться. И старайся как можно ниже наклоняться. Ножки вот так вот раз под себя. Оп. И вторую слева также сделай. Раз. И на спину кладись. Ходят легенды. А ручки за голову. Раз. Он молодец, позу выкачивает, он на своем стол. Видала, да? Тренер когда-то говорил, что ходят легенды, что вот таким вот образом драконы отдыхают настоящие. Федя когда-то не мог это упражнение делать, правильно? Помню. Помнишь помогали, этот момент? Помогали, да. На своей большой тренировке. Да. Да. У тебя сразу это упражнение получилось? Да. И тоже что, у тебя? Федя? Я заговорил. У Стаса сразу же получилось, да? Красавчик, молодец. Рома, что, поведаешь нам, у тебя сразу же получилось? А? Сразу же или не сразу же? Нет, сразу. Не сразу, молодец, потому что ты старался, не сдавался. Да. Так, смотрим, кто у нас мостик. Так, о, первый рядок сразу же, они не просто первый рядок, они потому что вот такие красавцы у нас. Федя начал получаться, Красавчик! Красавчик, засниму это даже. Видишь, рано или поздно получается. На спинку ложись, ложись на спинку. На спинку ложись, Так просто, да. Ручки сюда вот так вот. Раз. Ну, ставь их, на ладошку ставь. Рано или поздно все получается, если ты не сдаешься. Раз, ручку, и вторую также. Ножки сюда, раз. И вот так, да. Красавчик. Молодец. Хорошо. Не можешь? Ложимся вниз, ребята. Коленочки прямо, ножки шире. Ты сейчас за двоих обязан тренироваться, а не за одного. Ножки шире, Егорушка у нас постоянно старается, очень хорошо, красавчик. Так, что у нас тут Саня может показать вот такое вот, еще побольше, красавчик. Так, Аришка у нас что тут? Раз, молодец. Так, Рома, носочки вверх. Раз, расслабь ножки, И ножку вот так вот, в сторону сюда. Видал сколько? Не ставь ручки назад, не ставь. Вперед, поставь ручки. Вперед, вот так, молодец. Красавчик. Держи 5, у тебя хорошие показатели. А у меня первый раз получился. Молодцы. Так, у нас... Свободное время. Догонялки, жмурки. Во что первый будете играть? Жмурки. Угадал, значит, тот, кого он поймал, будет. Каждый, я рядом, он будет.
туда, можно быстрее тут идти. Они же идут уже, ты стоят, забирайте у остальных. Федя, здесь приседания за тренажеры сказали не прятаться. И заправляй. Ты куда из зала выходишь, а? Догнал его? Рома! Кто вода? Рома вода, Рома вода, Рома вода, Рома вода, Саня вода, Хаджима побежал, 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 Рома вода, друг за другом не бегайте, бегайте кого-нибудь, Федор вода, Стас вода, Саня вода. Иди ко всем, ко всем, ко всем, ко всем. Молодец. Рома вода, Рома вода, Рома вода. А? Егор вода. Егор вода. Кстати, вы заметили, что у нас Стас очень быстро бегает. Заметили? Он красавчик у нас. А? Ну, Федор, давай ко всем, ко всем, ко всем, ко всем. Как ты будешь на поезд давать? Там нету устал. Ходи ко всем и бегаешь, бегаешь, бегаешь. Это еще не усталость. Кимоно поправь, кимоно поправь, кимоно поправь. Вот так вот, заправь, молодец. Пояс, узел посередке, Федор. А? Ребята! Ребят! Ребят! А кто у нас Стасу даст водички попить? Ну так, кто-то дайте, кто-то водички. У кого есть водичка? Попьешь водички Стасу, Стасу, Стасу. Да. Дадите кто-нибудь или нет? А? Дашь, Егор? Федор, Рома, Рома кончилась. Спасибо, потом скажи, хорошо? Спасибо. Федя, ты куда ушел-то? Thank you.
Красотка, молодец. Ты будешь тогда и водой. Я ведущая. Ты ведущая. Троим, дай.